Своим трудом и личным примером они показывают результаты, которые добились в экономической, социальной и культурной сферах деятельности региона. Муромский приборостроительный завод занесен на областную галерею славы. О предприятии и его талантливых передовиках в сюжете. Акционерное общество «Муромский приборостроительный завод», входящий в корпорацию «Ростех», уже более 70 лет является одним из основных российских предприятий, обеспечивающих обороноспособность государства. Главное достоинство выпускаемой продукции – традиционно высокое качество и надежность. В рамках программы президента предприятие продолжает развивать производство и увеличивать объем выпуска продукции гражданского назначения. На сегодняшний день это более 35% изделий от общего объема производимой продукции. Ряд изделий и технологий их производства не имеет аналогов в мире. Как и любое предприятие, Муромский приборостроительный завод славится талантливыми передовиками. За 30-летний стаж работы на МПЗ Елена Зайцева накопила бесценный опыт. В далеком 1988 году, идя по стопам родителей, Елена устроилась работать сборщиком специзделий. С тех пор выполняет свою работу на высшем уровне, за что удостоена множеством наград. Сегодня имя Елены занесено на областную галерею славы наряду с 25 достойными специалистами со всей Владимирской области в различных отраслях экономики и социальной сферы. Это не только моя заслуга, это заслуга моего коллектива нашего и нашего завода. Я очень рада, мне приятно, я очень благодарна, что я заслужила такого. Ну, спасибо большое нашему заводу, процветание ему и всего хорошего. Елена Зайцева далеко не единственный сотрудник предприятия, внесший вклад в развитие завода, а также свое имя в его историю. Благодаря сплоченной работе коллектива профессионалов, Муромский приборостроительный завод неоднократно был победителем конкурса лучшей организации Владимирской области. Муромский приборостроительный завод внес неоценимый вклад в развитие Мурома. За последние 10 лет МПЗ трижды занесен на областную галерею славы и 6 раз его передовики. По итогам отраслевого конкурса «Лучшее предприятие по работе в системе социального партнерства» осуждалось 11 классных мест. 7 мастеров земли Владимирской, 6 работников и специалистов предприятия удостаивались звания «Человек года». 2019 не исключение. В этом году фотография инженера-конструктора, рационализатора и изобретателя Владимира Демидова заняла свое достойное место на окружной доске почета. За долгие 40 лет работы его коллекция пополнилась и государственными наградами. Одна из них – медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Это, конечно, большое доверие ко мне оказано. Но я его лично себя это не распространяю, потому что, говорится, все, что мы делали, это был коллективный труд. Поэтому это распространяется на весь коллектив, с которым мы работаем по тематике. На одного человека, ну, нельзя возлагать слишком большие такие вот задачи. Так, у одного одни способности, у другого другие. И только вот, когда создается масса больше, критическая, интеллектуальная масса, так она и двигает все. Широко и внедряется, и идет, решает все задачи. Все зависит от коллектива, от его настроя, целеустремленности и прочего. Мне везло с коллективом. Продолжая славные традиции своих предшественников, нынешнее поколение тружеников завода вывело предприятие на ведущие позиции в отрасли. Разрабатываются и внедряются новые технологии, увеличивается парк высокотехнологичного оборудования, открываются новые производственные участки. Мария Жукова, Александр Симонов, новости Муром.